Короче, никто в меня не верит, говорит, я на Санвуконге не выиграю, сейчас будет катка на Санвуконге, и, короче, это победа, лайки, комменты, 1795 ММР, да. Почему вы в меня не верите, чат? Я вот этого не понимаю. Вот что вам не нравится? Погнали, все, погнали. Почему у меня автоматом скиллы качаются? Герсис, или это я нажимаю? Жрать бы, конечно, не помешало. Я соглаген, ты не байтил. Я не байтил, согласен. Джексон, спасибо за сотку. Только начал ролик записывать, и ты донат закинул. Ну, типа, Джексон автоматически в ролик уже попал. Учитесь, чат, учитесь. Я не понял, у меня что, автомат... Да нет, у меня не стоит автомат. Я не заметил, сам прокачал или что? Но я думаю, то, что мы с синего начали. Кстати, это один из моих любимых скинов. Давайте Джекс... У меня просто на всю улицу музыка херач. Да иди нахрен, блин. Тупорылый. Здорово, здорово. Чё надо тебе, чак? 100 хп мне снял. Чё надо? Да господи, я понял, короче, всё. Я понял, с кем мы играем. Ладно, ладно, чат, забейте. Ага. Чё за глупости-то делают? On my way. Ты не можешь сразу на синий прийти? Крипов теряю, блин. Ладно, 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 чат, всё. О, о, кат, значит, хорошее начало катки. В Питере сейчас живу, ребят. Кстати, вчера проблема стрима была из-за интернета, который через Москву идет. Прикиньте. Надо дело до конца доделывать, чак, братанчик. Решил выбить, надо выбить до конца. Блин! Вот это тайминг. 72 лукаса? Мало, мало, надо больше. Кто лайки ставит, тот красавчик. Ну что-то он жесткий, чат. Что делать? Ага. Я умер, да? Ну почти умер, почти. Он байтит меня или что делает? Ой-ой-ой-ой-ой, там уже что-то кто-то рассказывает. Чего они делают? Они умирают там по КД на ду. Ай! Может он блинкнется? Случайно, чисто случайно, смотри. Нет. Как я ненавижу против чака стоять. Ой. Ну я не знаю, откуда у него столько урона. И он не пошел. И он не пошел. Ладно, на самом деле чак это проблема. На самом деле чак это большая проблема в начале для меня. Вот, но потом будет проще, чат. Потом будет проще. Следующие катки на другом боге. Это дед рофлит, да? Не можете даже поддержать, блин. Да все, все, ровнее сел. Все, 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 все. Почему они все так разговаривают странно?
Вот ты типа хилишься, да? Брат, ну у тебя еще нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, чат, ой-ой, не ожидал он, не ожидал. Понимаю, понимаю. Всякое бывает в этой жизни, хорошо. Все, погнали, погнали. Я думаю, жопка у него подгорела, если честно. Все, погнали сюда. Может, антихил, наверное. Видели, я как читаю? Настоящие мужики не, даже не оборачиваются, когда ну, сзади взрыв, на взрыв. Как там? Как правильно? Ну, короче, вы поняли. Да, ребят, на Ютубе команда не работает, что-то рут они не дружат с Ютубом сегодня. Это он замедляет. Пол хп, чат, пол хп, подрался называется. Да, но единственная проблема... то, что он, конечно, может хилиться жестко, а я не могу. Не, не спрошу, утка. Капец, он полгода выбивал. Полгода выбивал. Читаю пассивку, ребят. Когда уровень здоровья Санокуна падает ниже 50%, он получает 10 единиц к физической силе, 10 единиц к защите. Если уровень здоровья становится выше 50%, как активная способность, Санокун получает усиление. То есть бафает. Пассивка, грубо говоря, бафает, когда меня бьют. То есть мне нужно драться. Блин. Ну, дамажит он, конечно, неплохо. Сколько там нужно, да, этой спектральной? Косарик. Ну, это изи, кстати, я ее быстро зафармлю. Carly, can you start sharing things, please? Stop solo. Ого-го! Щит, слишком сильный Санвуконг. Слишком сильный Санвуконг, чат, в этой игре. Ко мне идет петушок. Я не бэкался, все это... А, фу, он не пошел. Он пошел! Будет прыгать? Не, не будет. Фуф. Фуф, чат, фуф. Так, мне нужен новый молоток. Дровань. Самое печальное, что убиваю только я в команде, чтобы вы понимали. Что-то не хилится, да, братан, до конца. Как же так, братик, как же так? Не хилится. Быстро у тебя откатился ульт, кстати. Все, на базу. На базу, я говорю. Ой, ой. Хорошо. Не, я должен был не ранг вернуть, я должен был права сделать тебе. Каким-то образом. Домой, чак! Ай, не достал, плохо умру сейчас.
Не умру. Что я делаю, господи? Что я на соло делаю? Герсис говорит, я не могу играть на даймонде. Понимаю. Да, палка у нее километровая, это да. Что есть, то есть. Очень большой радиус. Ник Баба-Яги, показываю. Ник Баба-Яги, где она? Сев Мора. Офигеть, 3 килла в команде и все 3 мои. Команда сосет Бибу очень глубоко, чат. Да мне похер на ТТМ, братан. Я хочу себя побить. Ага. Интересно. Они уже сдаться там хотят. Понимаю. А, у меня еще ульта нету. Понял. Не достал. Тихо, чат. Ко мне сейчас придут, наверное, нет? Нет, хорошо. Очень много хилок закупаю, потому что Чак может кайтить, а я не могу. О, пошли киллы от нашей команды, хорошо. Ну как хорошо. Пошли и ушли. Неплохо. Ну мы неплохо деремся. Ладно, мне нравится. У нас постоянные такие, типа, мордобои, так сказать. Но он не тянет. Откровенно он не тянет, согласитесь? Не знаю, зачем я ульт юзать, если я и так уйду. Хорошо, блин, какой он твердый, вы посмотрите. Блин, если не смотреть видеоряд и говорить то, что какой он длинный и твердый, это, ну, странно, да, будет? Как же больно. Ясно, Герся смисит. Подожди, Герся же на дуо стоит, да, на саппорте. Может быть, поэтому там проблемы, не понял. Только что ульт был. Только что ульт был. Он второй раз его юзнул. Как это работает? Здорово, Антек. Кто такой Герсис? Это человек, с которым я в ранге играю. Мы играем без микрофона, и мы крайне редко проигрываем игры, ребят. Крайне редко проигрываем игры. Я не знаю, как это работает, но...
У нас типа, мне кажется, у нас какая-то внутренняя связь, знаете. Я думаю, Герс сейчас меня чувствует. Ну, у вас тоже должно быть в жизни такое хоть раз. Вы найдете того человека, которого будете чувствовать так же, как я Герсиаса. Внутри... Ну, все ближе к сердцу. Так, ладно, 6-10. Вроде как мы начинаем чуть-чуть выравниваться. По голде вообще не просаживаемся, чат. Здорово, здорово. Так, что там, Чака? Ну, у нас одинаковый билд, в принципе, кроме у меня, типа, от хила броня. А у него вообще говно. Так, а ну-ка не обзывайте Герсиса там, алё. Всех по баню, блин. Нифига ты какой. Твой ульт... урона не нанес, братан. Ультанул. Давай, давай подеремся. Ну так, чисто по фану, давай. Давай, 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 давай. Слушай, он уже стал твердый прям. Ну в смысле, Чак, Чак, а то вы опять будете сейчас вот это вот придумывать. Odysseus, what is that Carly build, man? What are you doing? Why do you have that so early? Я хочу еще физдефа взять. У меня кнопки не прожимаются. Так. Просадил жестко, ультить надо, брат, ультить. Хорошо. Это базарит наш этот. Я умер. Ну, меня уже начали душить, короче, толпой. Кали не приходит вообще. Кали не приходит. World left нужен был. Блин, я даже не знаю, что взять такого прям мощного. Давай анкил возьмем. Да в смысле фидит? Я жестко выигрывал свою линию. Смотри, я топ всего. Вот, но опять ко мне приходит Скади. Кали просто мой синий выбила, я понял. Как можно без ворда? Но не было у меня вардов, сейчас возьму. Все, че. Подожди, подожди, как отменить? Как отменить? Хочу к своим. Не, брат, ты туда не пойдешь. Блин, я из-за вас не взял хилки, но взял варды. Офигеть, мне больно, как бьет. Прикольно. Мне нравится, что ульт вот так вот делает его. Егошный, егойный. Все, я не могу его пробить. Прикольно. Вот они, ваши варды, куда выливаются, блин. Герсис на Ганеше. Не-не, если сейчас варды поставил, не хватило бы вообще денег на анкил. Кали пошла за бафом. Баф важнее просто, понимаете? А чё, ник другой? Так у него основа больше 2000 ММР, по-моему. Okay.
Так, так, этого убил. Она же только что в него стан кинула, алло. Ай, Кали АФК? Кали АФК у нас? Ну, он троллит, короче, я понял. Ладно, мы не можем. Да я хотел на самом деле на этом проехать, на быке. Но он не играет, короче, я понял. У нас тролль очередной на Кале. Типа, я не знаю. Ай, ну почему нам с Герсисом так не везет, господи? Ну почему в их команде нет такого типа, который троллит? Но именно троллит. То есть этот чувак не то, что он не, ну, плохо играет, он троллит. То есть я в хз вообще. В чем прикол троллинга? Он ничего не делает, он не дефает, ничего не делает. Типа, когда идет замес на до линии справа, он бегает на с левой линии и фармит. Даблкил. Здорово. Ну вот, видишь? Смотри сейчас, что происходит. Типа, лол, это Кали с пассивкой, понимаешь? Он если убьет, он выхилится. Но он убежал. Он убежал, не пошел с нами. Thanks God, СВК is good. Слышал, блин? Герсиас. Ребята радуются, то, что у них такой хороший СВК. Как? Так, Герти, все нормально, я пытаюсь тащить, братик, я пытаюсь. В смысле, последние катки были все победные, Ань. Вчера две, мы стрим вчера закончили двумя победными катками. Сегодня уже была даже в казуале тролль катка, и то она была победная, как бы. Не знаю, да сколько можно, я, наверное. Я, наверное, больше всех делаю этих побед в СНГ смайта. Тихо-тихо-тихо. Так, а кто бустит? Он вон на саппорте играет. Кто бустит? Сейчас же я его бущу, нет? А, ульта-то нету. Я хотел интересно сделать, не получилось, ладно. Ну, Кали не играет, я не знаю. Тепло. Кали, плиз, just play, we can win, but need your help, team. Ладно, сейчас у меня будет ульт, и вроде как нормально будет. Я топ все до сих пор, чат. Не, это уже ранкет, блин, это уже ранкет.
Урона мне не хватает, конечно, жестко вообще. Great, the Kali is still taking all my farm away from the Titans. 8 лукасов, надо больше, чат. Сегодня тихо, утка. Сегодня суббота, сегодня все что-то чилят. Я поэтому думаю, я хотел трою постримить, но, наверное, нет. Я лучше, наверное, не знаю, какой-нибудь Fall Guys подрублю и просто посижу почилю. Да, да, я бесплатно забрал, конечно. Я же оповещение сделал для всех в Steam, ой, в этом. Да я вроде ровно сижу, дядь. Спасибо за оповещалку. Я сделал оповещение ВКонтакте повторно и в Дискорде о том, что она бесплатная. На английском я не знаю, кто говорит. Скорее всего, Баба Яга говорит. Да, да, Баба Яга говорит. Don't know how to play the game. You shouldn't be playing ranked. Что за значки за байты? Это мой старый логотип просто золотого цвета. А, ну да, да, да. Это в чате, это ранг в чате просто присваивается. То есть вы просто, когда на трансляции находитесь, вы фармите себе ранг обычный, да, там, ну, с разными названиями, вот это все. Но при этом есть ранги вот такие вот за Twitch баллы. Так, Хоу я убрал отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не успел. Хорошо! Хорошо! Нет. Я очень много в себя урона принял. Офигеть, мы их всех убили, никто не умер. Оу, щит. Не, вот это жесткий был замес. Вот это был жесткий тимфайт, кстати. Блин, я не знаю, что взять. Я очень хочу гладиатора взять. Doesn't matter when Kali's still taking all everybody's gold. Okay. Okay, yes, yes, okay, okay. Дробилку, думаешь, дробилку? Офигеть, мы как выиграли этот замес, жестко. Не, обратка, плюс ульта Сан Вуконга, то есть сейвит жестко. Ты можешь столько в себя урона впитать и столько гадостей наделать. Плюс у меня анкил, типа, да, жесткий. Плюс потом придвин сработал, ну, короче, вообще жестко. Короче, было жестенько. Хорошо, хорошо. Здорово, Денис, здорово. Да не игнорщик я, что такое? А, что за кнопку нужно? Смотри, какую ты настроишь. У меня Ctrl стоит. Че, думаете, дробилку? Да я не знаю, нужна ли дробилка, блин. КЗ вообще. Shift на мышке. На мышке что, шифты есть? Кстати, я хотел поставить эти активки на мышку, надо поставить. Пора спустя 6 лет с Майта поменять все-таки кнопки на нестандартные. Герас, пожалуйста, просто ретрикни. Не, героев всех вернули, кого-то отключили снова. Да, 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 вот я хочу поставить сильный хаос. Я 5 лет кнопки в смайте не менял. 5 лет назначения клавиш не менял. А у меня есть две кнопки очень удобные на мышке, как бы. Okay.
Сейчас пойдут лево пушить. Я не помню, кого убрали, ребят. Кого там убрали? Кого-то отключили, я помню. Из-за бага опять. Теру, да, точно, спасибо. Ну, что-то я не пойму, что они делают. Пока они вообще ничего не делают, лол. Зачем отключают? Из-за багов. Багов отключают из-за багов. Да это понятно, прикинь, я 5 лет херачил, типа, в одну сторону активки, а сейчас другую. Ну мне просто так кажется, быстрее будет, да, я так думаю. Блин, Герсия сейчас откипит, видимо. Ну потрепали они нормально, пол хп снесли. Интересно, ульты проюзали, Герс, ульты проюзали, че нет? Да вся команда так ровничка идет, это просто жесть. Кусари взял, нормально, нормально. Ну, в принципе, нам только ждать. Нам только ждать, я не знаю. Да не right lane, там только чак. Я, говорит, буду дефендлить middle lane. Ага. У Гали, а мне нравится у Гали голос в этом скине, классный. Аккуратно. Да, Цукиёми ОПшный. Согласен. У них вот это замедление и рут двойной, блин, это просто жесть. Нам только под Фениксом, только под Фениксом. Ой, хорошо, без ульты. Все, и музыка для замесов. Зря, братик. Я умер. Но я должен был Хунбаца добивать. Если бы Хунбац выжил бы, это была бы просто полная жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо. Ой, плохо. Ой, хорошо. Здорово, Саш, здорово. Я Морриган добил, да. Но она в Хунбаце была, да. Надо было Хунбаца надо было убивать. С его врымой нужно было... Ой, плохо. Плохо, без Феникса. Феникса можно оставить. Сейчас Кали... Ай-яй-яй-яй, зря, все без скейпа, без ничего. Ульты тоже нет. А, ульта есть. Да первая катка, Сань, на самом деле. Но не пиши, играй, пожалуйста, не пиши, Каля. Кирнун не попал ни в одного. Все, минус Каля. Я полетел, чат. Под музычку. Хорошо. Давайте, мы либо пушим мид, либо не пушим ничего. Погнали. Хорошо. Все, теперь пушим, теперь точно пушим. Хорошо. Титана.
Давай, не, нет, не уводите Титана. Хорошо. О, Титана отхилили. Они не допушат уже. Вард, поставьте вард, вард. Я приду, приду, приду. Ладно, 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 ладно. Блин, был такой шанс. Еще не просрали Майгранта, первая катка. Такой шанс был закончить сейчас, господи. Вы это видели? Конечно, вы видели, поставите лайк. И все вот это присущее, вот это что на экране, дичь всякая. Было жестко. Дизлайк можешь поставить? Да понятно, что можешь, братик. Но нужен-то лайк. Что мне еще взять? Я даже не знаю, что мне еще... Не, ну я знаю, мне нужно деф. Мне нужно еще больше дефа. Я должен, ребят, принимать в себя урона очень много. Блять, пока не хватает. Дробилка мне не нужна. Мне нужно принимать урон. Я буду во фронтлайне жестко стоять. Кулдаун нужен. Кулдаун, да, тоже верно. Мы можем выиграть. Ой-ой-ой, я местнул. Ничего, ретритнуть не умереть. Я ничего не могу сделать. Я их всех убью, блин! Хорошо! Хорошо, идем вперед! Хорошо, хорошо. Все, победа, победа, чат! Друзин пуш. Вот здесь можно похлопать. Но за такие замесы, за такие каточки... Мне кажется, то, что я офигеть как жестко отыграл на Сэнву Конге, если честно. Я был топ все пол игры. Вот. Ну, типа, лол. Мы выиграли. Отлично. Да тут лайки и комменты, блин. Это топовая катка получилась, ребят. 1795 ММР. Мы сейчас посмотрим, сколько ММР будет. И, блин, кайф. Было кайф. Герсис, отличная катка, дядич. Дядич. Я тебе так скажу, это была крутая катка. Команда переругалась вообще жутко просто. Ну, короче, капец. Ладно, всем лайкну. Ноль ММР! Спасибо, Смайт, я тебя так люблю. Ой, блин. Ой, да, спасибо. Я так стараюсь поднять свой ММР. Ой, сука. Щит.